Добрый день! Сегодня 8 января 2022 года, суббота. Эксперимент продолжается 8 дней. И сразу давайте приступим. Посмотрим, сколько это времени займет, если много не разговаривать. Теперь двумя пальцами. Теперь приводящее упражнение к барре. Попробую парочку аккордов с барре сыграть.
Пока не очень получается. В открытых позициях получше должно получаться. Змейки, парочку аккордов, приводящие к баре, парочку ритмических рисунков, ну, еще какой-нибудь аккорд, типа ля. Сегодня достаточно короткое занятие, чтобы посмотреть, все ли я успеваю за несколько минут. Ну, уже, может быть, и смотреть стало зрителям тяжело, к чему это все ведет. Но вот уверенность в движениях приходит не так быстро, как хотелось бы. Но растем. Растем медленно, но растем. Главное – регулярные занятия. Чего мы добиваемся? За 7 дней мы, ну, играть не научились, но вот что-то такое побрянчать уже можем. Через несколько занятий будем уже что-то пытаться разобрать. Подыскиваем. Все, спасибо. До завтра!